Всем привет, друзья! Приветствую на канале Money Brother Put. И сегодня у нас новый обзор на проект KeyClubs Finance. Это, ребята, крутой децентрализованный проект. Сейчас мы находимся на главной странице данного проекта. Игра KeyClubs – это гибридный проект DeFi, направленный на разработку гибко настраиваемых блокчейн-решений для игр, ребята, что довольно интересно. И их концепция, в принципе, понравится любому игроману. Вот они пишут, что объединение концепции выращивания урожая DeFi и представление идентичности активов с помощью NFT для разработки децентрализованной игровой платформы. На главной странице они представляют белую бумагу, с которой можете ознакомиться, если перейдете по ссылке. Попадете на вот такую вот страницу AppGitKub, то есть видим, что она вот так вот переводится, в принципе. Вот, и как видим, вот у них свой гитбук, то есть как бы своя книга тут со всеми инструкциями и так далее. Вот, white paper они представляют именно в таком виде, потом, чтобы вы могли после этого его скопировать. Потому что во многих нельзя скопировать, что довольно неудобно для тех, кто не знает английский язык. Здесь мы видим, что у них расписывается их мастерская Гефеста, турниры, у них проходит ежегодный турнир, собирающий игроков со всего мира, чтобы побороться за большие выигрыши. Первая в своем роде виртуальная игровая комната, пользователи могут развертывать турнирные контракты и приглашать игроков по всему миру. Множество децентрализованных игр, позволяющих соревноваться игрокам со всего мира. Вы можете учить тут больше, нажав на эту кнопочку. Блок славы. Расписывают остров сокровищ. Ну, то есть, все это связано с играми. Вы видите, ребята, названия сами за себя говорят, эти заголовки. Ставки на активы, собственный токен, токен управления. И видим информацию по токену KeyClubs. Видим, что название токена — это сокровище циклопа. Тикер токена CTR. Токен контракт. Ребята, токен контракт обязательно нужно знать, если мы перейдем по ссылке. Попадем на вот такой вот токен-контракт и видим, что здесь нам уже расписывается их трекер. То есть вот мы видим, посмотрим, можем увидеть создателя токена и сколько холдеров, какие транзакции проходят. Ни в коем случае нельзя ошибиться с этим токеном, потому что вам нужно именно этот адрес. Видим, что общий объем — это 1000 токенов. Всего-то, ребята, вы представьте, при таком-то объеме, естественно, график будет расти. Вот. И мы видим, что токен уже есть на Uniswap, что очень и очень хорошо дает нам возможности. И также доказательство блокировки ликвидности, то есть то, что они не смогут ее забрать, и вы сможете заработать с проектом. Допустим, если мы нажмем на то, чтобы купить их на Uniswap, отлично, вот нам сразу же сейчас перекинет, что это токен, соглашаемся, адрес контракта мы перешли официально, значит, все хорошо. Вот, и если вы впишете, допустим, 0.1 эфирима, то вы сможете купить всего 0.49 токенов. То есть, чтобы за 1 эфириум вы можете купить 4.88, ну, давайте, грубо говоря, 5 токенов. За 1 эфириум можно приобрести 5 токенов примерно. То есть, вот так вот мы можем вписывать и видеть, сколько токенов мы можем приобрести на эфириуме, какова цена сейчас токена. Вот, видим, что сейчас вот вознаграждение таким образом идет. Их планы развития, которые они вот начинают, это основная разработка, продолжающийся до 2021 года. После этого это торговля игровыми активами, турнир, который находится в разработке, будет выпущен в марте, то есть микс информации в марте 2021 года. Доработан дизайн блока славы, разработка начнется в ближайшее время. Вот дизайн острова, доработана оптимальная конструкция и разработка мобильного кошелька. Видим члены команды, с ними мы все можем ознакомиться в их LinkedIn страницах, Twitter страницах и так далее. То есть это все можно посмотреть. Вот они рассказывают тут про подрядчика, про партнерство, которое можно с ними заключить, платформы и биржи, где они находятся, это ребята Uniswap, также еще Hotbit OpenSea, то есть это их партнеры, на которых они уже есть, где вы можете уже и торговать данным токеном, покупать, продавать его, зарабатывать больше. Также, ребята, прошу вас ознакомиться с их твиттер-страницей. Вот так она выглядит. Можем перевести страницу на русскую, можем подписаться на них. Видим, что они здесь рассказывают про построение будущих децентрализованных игр. И именно в твиттер-странице они выпускают конкурсы лотереи, где пулы довольно-таки хорошие. Вот даже вот тут конкурс был 31 декабря. Перед Новым годом пул был 10 эфириумов, ребят. Смотрите. Вот. Они тут рассказывают крутые пулы и так далее. То есть вы можете четко ознакомиться.
Так вот, ребята, сегодня вышел ролик по данному проекту. Я надеюсь, он вам понравился. Поэтому поставьте лайк, напишите свой комментарий и подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.